Сеймур говорит с мамой, с папой. А потом у нас говорит вот по... Саша говорит с мамой, с папой. В детском саду села Бежгеос внедрили новый формат общения детей с родителями, находящимися за пределами страны. Посредством компьютерной программы Skype первый разговор ребенка с родителями в этом дошкольном учреждении состоялся в сентябре месяце. В основном даже и говорили наши дети маленькие, 3-4 лет дети говорили, дети реагируют. Минут 5 вначале ушло на то, чтобы они... среагировали. Даже я уже вышла из кабинета, вышла, они остаются с воспитателем одним, а потом я не могла уже, я говорю, вы еще говорите, вот я сейчас посмотрю, последний разговор был сколько минут, 18 минут 54 секунды. То есть у ребенка получается стимул что-то новое узнать для того, чтобы рассказать потом маме. Тут, то есть тут идет эмоциональная именно составляющая, конечно же. И, конечно же, наверное, идет и как стимул к развитию. Ранее на встрече с заведующими дошкольными учреждениями автономии глава Гагаузии дал обещание, что тот детский сад, который первый внедрит общение детей с родителями через соответствующее программное обеспечение, получит материальное вознаграждение. Эта работа крайне важна. Во-первых, родители имеют возможность общаться с детьми. Во-вторых, это оборудование, которое мы им купили, оно находится в действии, оно не лежит на складах, а им пользуется. Третье, приобщаются сами дети к техническим средствам и более подготовленные к учебному, началу учебного периода, когда они уже пойдут в первый класс, они будут более подготовленными. Сегодня очень важно применять все то, что делается руководством автономии в сфере образования, приоритетном направлении стратегии развития региона. Это только первые шаги в рамках внедрения информационных технологий в системе образования, заявил глава района Сергей Бузаджи. Очень хорошо, что вы понимаете ту стратегию, которую мы внедряем в детских садах. То оборудование, которое было приобретено для детских садов, вы пытаетесь использовать с максимальной эффективностью. Вы одни из первых сумели это сделать быстро и качественно. Башкан Гагаузии попросил передать для вас небольшую премию, которую я вам сегодня торжественно вручаю. И надеюсь, что вы эту премию потратите с пользой для детей именно в этом направлении. Обязательно. Спасибо. Напомним, по информации с официальных источников, руководство автономии обеспечило учебные заведения Гагаузии техническим оборудованием – ноутбуки, мультимедийные установки, видео и фотокамеры. По словам главы автономии, вся техника должна использоваться в полной мере. Это съемка и сбор архивных материалов учреждения, размещение фото и видео с культурно-массовых мероприятий на своих или официальных сайтах населенных пунктов. И как основная задача, необходимо использовать полученную технику для налаживания контакта детей со своими родителями, находящимися за рубежом.